Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня мы поговорим о святом причастии, цели и силе причастия. Это всего одно из двух новозаветных постановлений, оставленных Иисусом. Первое — это крещение, которое символизирует начало христианской жизни. Мы умерли и были погребены вместе с Иисусом. Это прообраз нового рождения, после которого мы входим в новую жизнь и в новые отношения с Иисусом. Поэтому мы крестимся только один раз. Другое постановление ⁇ это святое причастие, которое мы принимаем регулярно, потому что оно символизирует наше общение с Иисусом. Причастие означает общение. Они у нас продолжительные, поэтому мы проводим вечерю Господню снова и снова. Когда мы принимаем Христа, Он входит в наши сердца, чтобы иметь общение с нами и разделить с нами нашу жизнь. В Откровении 3 главе 20 стихе Иисус говорит, ⁇ Се стою у двери, сердцем, и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной ⁇ Вечерить вместе означает общаться. Один из распространенных видов общения ⁇ это лицом к лицу за едой. Особенно это было популярно в древние времена. Вот что значит вечерить вместе. Поедание какой-то пищи вместе всегда подразумевает общение. В этом и цель совместной трапезы. И в этом смысл святого причастия. Это время, чтобы приблизиться к Богу и иметь с Ним глубокое общение. Именно этим мы и занимаемся во время этой трапезы. А это означает, что она только для рожденных свыше. Для тех, кто вошел в отношения с Богом. Причастие уместно только для них. Мы видим это в первой Господней вечере. Только после ухода Иуды они причастились вместе. Как только мы принимаем Христа, мы регулярно принимаем причастие в церкви. Я считаю, что причастие может быть только между вами и Богом, чтобы питаться от жизни Иисуса и принимать Его очищение и прощение. Происхождение причастия уходит своими корнями к пасхальному обеду. Нужно вернуться в Исход, 12 главу, чтобы узнать суть. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, — говорится в 12 главе, — в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола однолетний. Это должен был быть молодой агнец мужского пола. Конечно же, это прообраз Христа, который есть наш пасхальный ягненок. Этого агнца выбирали на 10-й день месяца. Именно в это время, в 10-й день Нисана, Иисус был помазан для погребения. Затем его отделяли от стада на 4 дня, а 14 числа приносили в жертву, и пусть он хранится у вас до 14-го дня всего месяца тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. В это же время, а именно в три часа по полудню, Иисус был убит. Именно в это время приносили в жертву пасхального агонца. Так он исполнил пророчество пасхальным агонцам. Благодаря его жертве мы были спасены. Те четыре дня — это прообраз четырех тысяч лет от сотворения, на которые Бог отделил Христа как нашего пасхального агнца. И через четыре тысячи лет он был принесен в жертву за нас. Затем сказано, и пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. С горькими травами пусть едят его и с пресным хлебом. Ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, будучи под кровью, израильтяне были спасены отсюда. Фраза «пройти мимо» также означает «я буду парить над вами». Есть и другие места Писания, где сказано, что Бог парит, расправляет свои крылья над своим народом и защищает их. Бог говорит, что бедствие не придет на них, когда Он ударит по Египту. То есть мы были спасены не только от Божьего суда, но и от проклятия. Мы спасены от врага, потому что Бог парит над нами и защищает нас. Итак, у Пасхи есть два аспекта. Кровь, которая была применена к их жизни, а еще они ели плоть или тело пасхальным агнцам, что дало им телесное исцеление. В 104-м псалме, 37-м стихе сказано, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Иными словами, после поедания пасхального агнца все они исцелились. Представляете, ни одного больного среди двух миллионов человек. Они были исцелены после поедания пасхального Аганса, то есть в причастии, есть исцеление. Это новозаветный эквивалент Пасхи. И во время пасхальной вечери и Иисус постановил нам принимать причастие. Когда вы принимаете причастие, то можете верить в исцеление. Затем сказано «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». А в исходе 12 главе 23 стихе сказано и увидит Господь кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дамы ваши для поражения». То есть Пасха освобождает вас от губителя. Бог не позволит врагу прийти к вам, потому что Господь будет парить над вами и защищать вас. Итак, когда вы применяете кровь, кровь защищает вас от Божьего суда, а также от врага. Аллилуйя. Этот прообраз Пасхи был исполнен Иисусом. Он умер, как наш пасхальный агнец, отдав за нас свою плоть и кровь, чтобы установить для нас новый завет с Богом. В пасхальную ночь за пасхальной трапезой Иисус учредил святое причастие. Тем самым Он сказал, что пришел исполнить Пасху и это стало новым началом. Во время Первой Пасхи Израиль был освобожден от рабства, проклятия и погибели в Египте. Это было пророческое действие, указывающее на то, что Иисус, как наш пасхальный агнец, освободит нас от рабства греха, власти царства тьмы и даст нам свободную новую жизнь. Получается, что Иисус это исполнение этой Пасхи. Он освобождает нас от этих уз. А сейчас мы посмотрим, как Иисус провел последнюю вечерю в ночь перед Своей смертью. Иисус взял элементы еврейской Пасхи и трансформировал их в Новый Завет и исполнение этой Пасхи. И мы увидим, как именно Он это сделал. Итак, во время святого причастия мы символически принимаем тело и кровь пасхального агнца. Иисус оставил нам постановление, которое велел нам соблюдать. Он сказал, «Делайте это в память обо мне». Иными словами, делайте то, что я вам показал в память обо мне и о моей любви к вам. Итак, в тот вечер Иисус перевел пасхальную трапезу на новый уровень, показав, как Он все это исполнит. Сейчас я хотел бы дать вам порядок служения на Пасху. Именно так евреи практиковали это многие тысячи лет. Бог дал им детальные инструкции того, как это стоит делать. Именно так это делал Иисус. И вот почему вы можете увидеть четыре чаши на празднестве евреев. Они пили четыре чаши, а также у них был Афикоман, о нем я расскажу попозже. Вот как этот праздник отмечали евреи, хотя и не все в нем понимали. Дух Святой дал им то, что позже исполнилось во Христе. Вначале была первая чаша, называлась она «Чашей Благодарения». Они благодарили Бога за благословение сотворения. Затем шло омовение рук. Вам нужно было очиститься, чтобы участвовать в трапезе. Поэтому всем передавали миску с водой и при этом молились. Это было еще и духовное очищение, необходимое для участия в трапезе. Затем был Афикоман и Мацатош. Это сумка с тремя слоями. вот что такое мацатош. В этой сумке лежат три куска пресного хлеба. В Библии закваска это символ греха. Поэтому пресный хлеб ⁇ это символ чего-то безгрешного. Здесь их три. Я не хотел доставать все, чтобы не поломать, но, как вы можете увидеть, их всего три. Довольно странная штука. Зачем же она им нужна? Этого, конечно, нет в Библии, но именно это Дух Святой дал Израилю. Средний кусок мацы доставали. Он и называется афикомен. Это греческое слово, означающее десерт или то, что идет после. Его мы используем позже, но пока мы на него посмотрим, достаем и заворачиваем в белую ткань. Потом его куда-нибудь спрячут. Позже детей отправят на его поиски. Ребенок, нашедший его, получает приз за обнаружение афикомана. Афикоман — это очень важный элемент Затем они едят горькие травы, которые должны напоминать им о страданиях в Египте под проклятием. А потом всем выносят ягненка. Затем они выпивают вторую чашу которая названа чашей бедствия или суда. Так они вспоминают о десяти бедствиях Египта, которые были Божьим судом над злым миром. Потом они пели псалмы, за которыми следовало еще одно омовение рук. А затем хозяин брал ягненка с хлебом, и горькими травами, и макал все это в соус. Потом он предлагал это гостю, сидящему слева. Это был почетный гость, а потом и всем остальным. Затем все ели пасхального ягненка столько, сколько хотели. И как я уже говорил, во время ужина детей отпускали из-за стола, и они искали офикомын. Затем коман приносили оттуда, где он был спрятан, а потом его ломали или раздавали всем присутствующим, чтобы они его ели. А после ужина они пили третью чашу, которая называлась чашей благословения или чашей спасения. Это символизировало тот факт, что через кровь Аганса. Они вошли во все Божьи благословения. Потом они снова пели псалмы, а заканчивалось все четвертой чашей, чашей хвалы. Это прославление Бога за будущее завершение спасения, которое Бог начал с Пасхи, а потом привел их в землю обетованную. И исполнил все свои обещания. Итак, эта чаша выпивалась за будущее спасение. Ну а теперь давайте посмотрим, как Иисус исполнил это и трансформировал все это для нас. Итак, вначале Он взял первую чашу. Как я уже говорил, она называется чашей благодарения. Об этом написано в Евангелии от Луки, 22 главе. А когда пришло время мытья рук, оказалось, что они даже не помыли ноги. Обычно при входе в дом слуга мыл все ноги, и так все были готовы к ужину. Но в их случае ноги были грязными. И они не были готовы к общению. Что это означает? Мы узнаем, когда прочитаем отрывок из Писания. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв первую чашу благодарения, и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Итак, это была первая чаша. Ну а мы вновь рассматриваем Процедуру омытия ног. Что это означает? А что человек, сидящий в конце стола, коем оказался Петр, должен был помыть всем ноги. Но Петр был расстроен тем, что Иисус не подозвал его к себе и не сказал, почему ты сел так далеко. Мы знаем, что обычно рядом с Иисусом сидел. Иоанн, а Иуда оказался на месте почетного гостя. У Иисуса была на то особая причина. Он хотел в последний раз обратиться к Иуде. В обычной ситуации Петр сидел бы справа от Иисуса. Но в этот раз он сидел в конце стола, ожидая, что Иисус позовет его к себе. Петр, что ты там делаешь? Иди и сядь рядом со мной. Но этого не произошло. И Петр закипает, потому что он думает, ⁇ Я такой крутой, а вот сижу так далеко ⁇ И он отказался помыть ноги ученикам. Тогда Иисус решил продемонстрировать любовь, помыв всем ноги. Это про образ спасения. Он был одет как царь но снял верхнюю одежду и подвязался полотенцем, одежды и слуги. Это прообраз Иисуса, который пришел во славе, но отложил ее в сторону и облачился в смирение. А затем он вылил воду в миску. Это символ того, как он излил свою жизнь в человеческий сосуд. Потом сказано, что он вылил воду и помыл им ноги. Это символ Иисуса, который излил свою жизнь до самой смерти, и омыл нас от наших грехов. А после этого он вернулся за стол и снова надел свою одежду. Это символ того, как Иисус вознесся на небо во славе, омыв нас. Так Иисус исполнил омовение. Затем мы переходим к Афикомону. Иудеи не до конца понимали, в чем смысл Афикомона, почему их вообще три и почему все три находятся в одной сумке. И они придумывали всяческие объяснения. Но мы можем знать правильное значение. Афикомен символизирует самого Бога. Вернее, сумка с мацой символизирует Бога. Бог три единый, поэтому там три кусочка мацы, как Бог Отец, Сын и Дух Святой, но только один из этих кусочков пришел и проявился на земле. Это и есть Афикоман. Это символ Христа, Сына, который пришел на землю. Афикоман — это, во-первых, пресный хлеб, то есть безгрешный. А еще он исполосован, потому что Иисус был исполосован за нас, а также он пронзен, в нем много дырочек. Это символ того, что Иисус был пронзен за нас. Итак, мы поняли, что Афикоман — это прообраз Иисуса, который пришел от Бога. Что же было дальше? Афикоман ломали. Так, тело Иисуса было ломимо за нас на кресте. А потом его положили в погребальные пелены, и на какое-то время он исчез из виду. Позже мы вернемся к Афикоману. Иисус был погребен и исчез для многих людей, и они решили, что это конец. Далее, в праздничной трапезе были горькие травы. Это символ напоминания о горечи греха и проклятия и того, что Иисус понес за нас проклятие. Уже в Гефсимане Он начал страдать за нас. И Он понес за нас всю горечь греха и проклятия. Затем идет вторая чаша, а именно чаша суда. Это именно та чаша, о которой Иисус говорил с Отцом в Гефсиманском саду. Весь мир ждет суд за их грехи. Бог должен осудить грех. И в Гефсимании Иисусу была предложена чаша. Чаша Божьего суда за наши грехи. Иисус согласился выпить ее, поэтому Он сказал, «Да будет твоя воля, а не моя». Если бы Иисус не выпил эту чашу суда за нас, нам пришлось бы испить ее самим, и мы пили бы ее всю вечность. Но, слава Богу, Иисус выпил чашу суда и взял весь суд на себя». вот как он исполнил вторую чашу. Затем они пели псалмы, а потом хозяин давал порцию ягненка почетному гостю. В этом случае это был никто иной, как Иуда. Помните, Иисус сказал, что кто-то предаст его. Иоанн спросил, «Кто, Господи?» И он ответил, «Тот, кому я дам этот кусок». Речь шла об Иуде, который сидел слева, предлагая ягненка Иуде, Иисус предлагал ему спасение. Но, к сожалению, именно в это время сатана вошел в сердце Иуды. И Иуда ушел, чтобы предать Иисуса. Иуда ушел, их осталось двенадцать. И тогда Иисус завершил обряд причастия. Затем они ели пасхального ягненка. Иуда — это символ неверующих, которые видят Афикоман поломанным и спрятанным, и не знают, что же было дальше. Но затем Афикоман приносят с того места, где он прятался, и достают из ткани. Так же было с Иисусом. Он был погребен, но потом он воскрес из мертвых. Он воскрес на третий день. А в Евангелии от Луки, 22 главе, 19 стихе, сказано так. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Он взял афикоман. Это символ Иисуса, воскресшего из мертвых преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое» или «Афикомон», то, что идет после еды или после его смерти. «Сие есть тело мое, которое за вас предается». «Сие творится в мое воспоминание». «Афикомон» — это хлеб причастия. Он символизирует воскресение Христа. Когда он разломал его, и раздал, это символ жизни, воскресения Иисуса. Он сказал, «Я хлеб жизни». И когда вы едите этот хлеб, вы вкушаете от жизни и воскресения Иисуса. Вы напоминаете себе, что вся ваша жизнь и здоровье пришли от воскресения Иисуса. Жизнь в воскресении Иисуса важна для вашего духа, души и тела. И как евреи ели пасхального агнца и исцелялись, вы тоже можете есть причастие и получать исцеление через воскресение Иисуса. А вот что стоит за причастием — это исполнение Афикомана. Затем он взял третью чашу, так называемую чашу спасения, и сказал, «Сия чаша есть на» новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Чаша — это Христос, а вино — это его кровь. Все его благословения находятся в его крови. И когда вы пьете из чаши спасения, вы пьете все благословения, которые есть в крови. Также вы напоминаете себе, что все благословения приходят от Христа и от Его крови. Подал им и сказал, Пейте из нее все, ибо Сие ⁇ есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. В первом послании к Коринфянам, 10 главе 16 стихе, сказано так. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Один хлеб, и мы многие одно цело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Итак, это исполнение пасхальной трапезы. Затем они пели псалмы. Среди них был Псалом 115, в котором сказано «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Итак, что вы делаете во время причастия? Вы берете чашу спасения, благодарите Бога за Его спасение и призываете имя Господа. Вы призываете Бога с завета, чтобы все Божьи благословения текли в вашу жизнь. А затем они пили четвертую чашу, чашу хвалы. Это символ ожидания второго пришествия. Иисус сказал, вы будете пить ее до моего возвращения. Спасибо, Господь, за мое окончательное спасение, которое произойдет во время воскресения. Ожидайте с нетерпением будущего спасение и воскресение, которое гарантирует вам кровь Иисуса. Иисус желает, чтобы вы вошли в это спасение. В Библии сказано, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Это означает, что Он дал вам всевозможные благословения. Вам нужно взять жизнь Христа и вкушать ее. Он говорит, возьмите и пейте, и будьте причастны ко всему, что я сделал для вас. Делайте это воспоминание обо мне. Павел говорит о причастии в первом послании к Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Фокусируйте свои мысли на Иисусе. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.